sensational. Getting closer. Captain Marvel. The Scorpion touch. Oh my God, an insane. Eriksen. Oh, what a strike. For the top. Oh, my God. What a goal. It's incredible. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. Well, a very warm welcome to you on this. Данцев и Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямом. Привет вам, Сантьяго Бернабеу, над которым не облачко, ждем начала нашего матча. Для вас сегодня работает привычная пара комментаторов Георгий Черданцев и Константин Генич. Вашему вниманию, прямая трансляция. Легендарному французу Зинедину Зидану удалось совершить значительное достижение. Он завоевал Лигу чемпионов в составе клуба из Мадрида как игрок и как тренер. А его гол в финале Лиги чемпионов 2002 года, ворота ливеркузенского Байера, многие называют самым красивым в новейшей истории турнира. Карим Бензема. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. Well, a very warm welcome to you on this. Perfect. Данцев и Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямом. Привет вам, Сантьяго Бернабеу, над которым не облачко, ждем начала нашего матча. Для вас сегодня работает привычная пара комментаторов Георгий Черданцев и Константин Генич. Вашему вниманию, прямая трансляция. Легендарному французу Зинедину Зидану удалось совершить значительное достижение. Он завоевал Лигу чемпионов в составе клуба из Мадрида как игрок и как тренер. А его гол в финале Лиги чемпионов 2002 года, ворота ливеркузенского Байера, многие называют самым красивым в новейшей истории турнира. Карим Бензема. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. Из...
Well, a very warm welcome to you on this one. Perfect. Данцев и Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Привет вам, Сантьяго Бернабеу, над которым не облачко, ждем начала нашего матча.